съемочным, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я зарофлю мою девушку, я продам весь ее инвентарь, и я прямо на стриме попробую ее забанить. Это будет очень весело, но присаживайтесь поудобнее. Обязательно прожимайте огромнейший лайк и подпишитесь на мой канал. Я, ребята, уже зашел на ее аккаунт, у нее через 15 минут будет стрим. Просто посмотрите на кучу-кучу всяких этих скинов. Мы сегодня будем ее рофлить, троллить. И даже, ребята, ее забаним и посмотрим на ее реакцию, потому что это все будет прямо на стриме. Ну что же, ребята, ждем, чтобы у нее начался стрим. Ну а я пока что выйду из своего аккаунта. С вас лайк, подписывайтесь на крутой контент. Поехали! Так, ребята, чтобы понимали, у нее прямо сейчас идет стрим. Я в соседней комнате, и я делаю вид, что я ушел из дома. Поэтому она думает, что мне дома нету. А я-то дома! И сейчас мы ее будем пранковать! Так, ребята, я захожу на аккаунт, я никак не могу на него зайти, потому что она меня постоянно выбивает. Все, ребят, делаю ник Этобан за Ибербу. О-о-о-о-о. И поменяем, давайте, аватарочку. О, и аватарку поменяем на вот эту дефолтную бомбочку. Также, давайте-ка мы прямо сейчас купим ей 3 фейбл кейсечка. Все, 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 все. Выходим. Я не я, хата не моя. И погнали смотреть на ее реакцию. 5 minutes later. Это бан за Кибербу? Опа! Опа! Я так и знала, что разработчики сидят на моем стриме. Я так... Хорошо. Короче, пацаны, походу, Анетка совсем уже там. Того поехала, поехала. Она думает, что это разработчики. Ее забанили и взломали ее аккаунт. Анетка, ты как в это веришь? Так, все, ребята, и Анетка пошла открывать фейбл кейсички, которые мы купили. И пока она их открывает, я предлагаю еще раз ее взломать. Ну а че бы нет? И в этот раз мы купим очень много. А что мы купим очень много? Давайте купим ей очень много разных анкомонок и посмотрим на ее реакцию. 5 minutes later. Да, Анетка, это не я, это не я, ты чё? Как ты могла про меня такое подумать, Анетка, ты чё? Я гуляю с Илюхой, с моим кентом лучшим. Все, Анетка, давай, не отвлекай, я занят. Я продаю инвентарь за 0.03. О-о-о-о! И давайте мы что-то у нее продадим. О, Эмочка Лизнер, статрек! С 2 наклеечками за 0.03. Анетка, чао-какао, продаем. Первый скин улетел. А давайте-ка мы прямо сейчас вот этот вот M9 байонет выставим на рынок за 80 тысяч голды. И еще купим Анетке, ну, например, 5 кейсиков. Ой, идеально. Так, ребята, и давайте еще что-то у нее продадим за 0.03. Ну, например, какой-то Винтерспорт. Ничего себе, тут цветы навел, просто представьте. Я продаю все, что можно продать за 0.3, наклейки. Давайте наклейку продаем, ну, можно и за 1 голду. Ну что, ребят, гулять-то гулять, продаем. Так, Анетка, конфетка, попи табуретка. А давайте-ка мы продадим АКР-12 геометрик. Он стоит 121 голду, как дорого. Тоже за 1 голду. Все, ребята, я выхожу и погнали смотреть, что там она творит на стриме. Кента дома нет, я пришла домой, кента дома нет. Я извиняюсь, зачем мне эти лайки, когда я, если я не смогу зайти, я просто закончу стрим, так что лайки можете. Блин, ребята, как жаль Анетку, Анетка уже начинает дизморалиться, Анетулечка, все будет хорошо. Я продаю инвентарь за 0.03? Это все разработчик, это не я, Анетка. Мне кажется, если Анетка узнает, мне попа. Выйди с моего аккаунта. Блин, ребят, как жаль Анетку, она сейчас заплачет. Блин, кажись, это слишком жестко. Кажись, это было реально слишком жестко. Акер, ты хал меня. Анетка, пожалуйста, не злись. Не злись, не злись. Блин, ребята, зачем вы меня палите? Я обращаюсь к всей моей аудитории. Если вы когда-либо увидите, что я кого-то так пранкую, не надо меня палить, пацаны. Я шифруюсь, я не я, хотя не ваша зеленка, знаешь, что это я? Знаете, что Анетка со мной сделала? Ну, твой слух тебя вырубит. М9 байонет? Анима М9 байонет, Анетка! М9 байонет. М9 байонет, где? Так. Ты шо вообще? Ты шо вообще? Как? За 0.03 продаю, смотрите. Выйди с моего аккаунта. Ребят, кажись, пора продавать арканы. 5 minutes later. Так, короче, ребята, Анетка тильтует, но ничего страшного. Сейчас мы парочку-то арканы за 0.03 продадим и посмотрим, какая же будет у нее реакция. Слушайте, а что, если мы вообще все ее ножи выставим на рынок? Чисто все. Посмотрите на ник Анетки, пожалуйста, выйди с моего аккаунта. Так, Анетка, не мешай папочке. Дай зайти. Все, 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 я захожу. И прямо сейчас, пацаны, абсолютно все ее арканы выставляю на рынок. Так, за
3000 голды. Выставляем. Так, ребята, выставляем все ее ножи. Просто так, за 4000 голды. Раз нож. Нож номер 2 тоже выставляем за 4000 голды. Ой, ребят, ништяк. Прямо сейчас откроем один ее кейсик. О, я нашел АКРТ Хастатрек, имба! Так, а его мы выставим на продажу за 30000 голды. Просто, ребят, представьте, Анетка заходит, а никаких скинов нету, один паук остался. Так, ну что, погнали, погнали, погнали. Так, ребята, у Анетки есть фуриос кейсичек. Давайте-ка мы один откроем, пока Анетка не видит. Анетулечка, если ты смотришь это видео, знай. Я не хотел, меня заставили. О, мы тебе выбили АКРТ Спорт, ну тоже хороший скин, правильно, правильно. Так, ребят, давайте крафт сделаем. А, блин, на крафт не хватает скинов. Короче, у меня есть идея. Давайте так, я напишу. Я ща взломаю кента, напиши ему. Я ща взломаю кента, напиши ему. Теперь я, ребята, выхожу с ее аккаунта и захожу на мой основной аккаунт Кента ПК и говорю ей, что это хакер, а не я. На моем аккаунте сидит. И посмотрим, что же Анетка там скажет. Погнали пранковать дальше. Я ща взломаю кента? Что это? У меня, пожалуйста, 7 ножей. Раз, два, три, четыре, пять! Где мои еще 2 ножа? 2 ножа! Не 2 ножа, у меня было 22 ножа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. А еще 6 ножей где? Так, все, ребята, прямо сейчас я зашел на мой аккаунт и делал вид, что его тоже взломал хакер. И ник делаю. Аккаунт взломан. Также меня аватарочку тоже на бомбочку и приглашаю Анетку в лобби. Давайте напишу в лобби зайди, это хакер. Лобби зайди, это хакер. Ты кто? Это я разработчик. Пожалуйста, выйди, прошу, прошу. Умоляю! Я ща у кента уже продал 3 ножа. Я ща у кента уже продал 3 ножа! Скоро тебе дам бан! Я реально разработчик! Извини, что тебя кибербулила! Прости и кента! И кента, пыжи! Ох уж эта Анетка, она верит абсолютно всему. Насколько же Анетка доверчива, она реально думает, то, что это разработчик угрожает ей баном. Разработчик! Я могу тебе дать шанс. Я могу тебе дать шанс только один. Я готова. Если выиграешь меня в дуэли, то я ставлю вас с кентом в покое. Ты обещаешь, что выйдешь? Да! Го! Ради кента я на все способна. 5 minutes later. Ради кента я на все способна. О, я понимаю. Ну что, ребят, погнали. Сейчас Анетка будет играть дуэль. Но это будет непростая дуэль, потому что она думает, что если она эту дуэль проиграет, то она получит бан. Все, пошли. Я ради кента готова играть на все 100%. Давайте напишу. Покажи АКР. Покажи АКР. Я же тоже АКР выставил на рынок. Давайте посмотрим реакцию. Смотрите. Ой, ля, я вылетел, я вылетел, я вылетел. Это что такое? Это что такое? Это что? Представьте, разраб решил уволиться и решил всем ютуберам, от, не знаю, от немножечко подосрать. Ожидание перед подключением команды. Так, ну короче, ребят, все, я захожу на аккаунт. Ну, как обычно, у кента интернет, пацаны, за 100 рублей. Поэтому он вылетает. Все, ништяк, заходим. Все нормально, все, Анетка, давай, готово, готово. Сейчас почти на будет дуэлечка, но бан аккаунта Анетки, как она думает. Но она-то не знает, что это я. Блин, пацаны, как вы думаете, что сделать со мной Анетка, когда узнает, что это я? Мне кажется, Анетка чисто мне с локтя пропишет. А ну, а вы как думаете, напишите ваши предположения в комментариях. Анетка, ты чё? Короче, ребят, я предлагаю, давайте Анетку чисто рофлить, бегать там, не знаю, с ножом, например, с ножом. Понял. Я понял, окей, окей. Шутки закончились, потому что Анетка разозлилась, играет на всю силу. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, а давайте-ка мы прямо сейчас возьмем М40. Просто представьте, Анетка думает, что от этой дуэли зависит жизнь аккаунта. А я чисто с М40 бегаю. Чисто давайте пофанимся, порофлим ее, посмотрим, как она будет бомбить. И ты тогда оставишь нас в покое. Дашь промокод на Керамбит Голд? Да.
Она, блин, такая наглая, пишет, дай промокод PG Kirgold. Хорошо, я тебе дам и промокод на Kirgold, и промокод на ОМТХ, я тебе дам все что угодно. Так, а где Анетулечка, попе конфетулечка? Ты где, моя девочка? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ребят, вы даже не представляете, как же мне хочется закричать сейчас, типа сказать, а-ха-ха, лалка затралена. Но пацаны, она в соседней комнате, поэтому я стараюсь себя вести максимально тихо. Все, ребят, я играю 740, опа! Вау! Вообще-то давай без читов. Это я включил АИМ. Я сейчас покажу, какой у меня АИМчик. Так, все, я слышал, там Анетушка стреляла. Ща, пацаны. Чё? Наблюдатель. Ой. Ой! Что я сделала? Что я сделала? Анетка думает то, что я админ, который прописал какую-то админскую команду, и теперь все время буду попадать кому-то в голову. Пошли. Пошли. Все, 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 опять голова. Давайте я напишу. Мне софт отключать или нет? Отключи, пожалуйста, если можешь. Она пишет да. Все, 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 все. Я резко обратно превращаюсь в нуба. Все, все, все. Она говорит, софт отключай, потому я сейчас почему буду стрелять просто по воробьям, смотрите. А, Нетка, конфетка, попит табуретка. Она пишет, фу, ты точно разраб. Не, ну вообще это реально какая-то странно. А что это за разраб, который играет софтом? Ну, это, знаете, это разраб кента ПК. Так, все, давайте, 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 давайте. Притворяюсь полным нубом. Полным нубом. Все, все, все. Я отключил софт, и я резко стал полным нубом. Так, все, ребят, погнали. Идем на лонг. И где же Анетулечка? Анетулечка, попе конфетулечка. Так, Анетки нету, мне кажется, надеть на респе. Так, ну что, ребят, обратно. Не забываем то, что мы играем типа без софта, поэтому мы должны быть полными нубами. Все, Анетка радуется, она будет. Ура! Я побеждаю! А что такой нуб? Разработчик! 760 и просто зажимаем! Просто зажимаем! Анетка, я иду по тебя! Это я разработчик! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, перезарядка. Неловко вышло. Держи! Держи! Я иду к тебе, Анетка! Но! Я случайно по ней попал, отвечаю. Я случайно по ней попал. Давайте обратно напишем. Я обратно софт включил. Что это было? Обратно бегу с пулеметом. Бежим, 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 бежим. И просто зажимаем. Вот так, просто зажимаем. Я даже глаза закрою. Смотрите. О, так, все. Анетка начала камбэчить. Ты не соп, ты нуб какой-то. Ты нуб. Нуб. Все, почина. Я Анетке написал то, что я включаю обратно им. Я беру М16 и погнали. Сейчас мы Анетке пропишем хэдшотик. Анетка. Не, вот это, конечно, был нежданный, прям маслину словил. Не, ну ладно, ребят, получается, Анетка играет лучше разработчика. Я выключаю режим бота. Я Анетке написал то, что я включаю режим бота. И сейчас я просто буду полным ботом. То есть я буду так вот бежать, 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 бежать. Кстати, ребята, ставьте лайк, кто не заметил разницы, когда Кент пока включил режим бота и когда я играю обычно. Все, 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 все. Это режим бота. Ты бот. Давайте играть как полный бот. Анетка, ты что такая нубиха? Еле по мне попала там с третьего или с четвертого раза. Да блин. Да блин. Бежим, 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 бежим. Бросаем хаешку. Оу, что произошло? Я понимаю, что ты бот. Не настолько же. Все, ребят, ништяк, Анетка победила, и давайте ей напишем то, что это был пранк! Зайди в соседнюю комнату. Я по приколу зайду. Анетка, это был пранк!
Также, ребята, хотел бы вам подарить один Хэллоуин скирпак. Чтобы получить, мне надо прямо сейчас перейти по ссылочке в описании, там будет мой телеграм, и просто на него подписаться, и все. И, возможно, именно ты на халяву получишь 4500 голды. Также, ребята, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube канал и напишите любой хороший комментарий. Все, ребята, всех обнял, приподнял. С вами был ваш Кентуха, всем пока.